Мерен та. Полностью, как в видосе. Будь здоров. Так, я сейчас с тобой иду. Макс, ты, я сейчас с тобой иду и слушаю, что ты хотел спросить, спрашивать. Все хорошо, просто мне немножко помешивает, когда люди забегают и начинают кричать, перебивать. Ну, меня сто раз так. Меня сто раз так с вопросами. Нет, я не убегаюсь. Поэтому ты можешь спрашивать все, что хочешь. Расскажу все, что знаю. Вот. Вот почему змея в другую сторону, и там голова в другую сторону, и здесь в эту сторону, не знаю. Ну, перевернуто все в мир. Такой же, как и там. Просто здесь покрашенный. Мерентах, он был до. Мерентах, он же, как его, отец вроде Сети первого или внук? Что-то такое. А Сети второй он был позже. Значит, этот был первым. Я бы назвал это место Серафим 2. Да, просто там даже есть о том тоже. О том не говорят, что там после второго или третьего излома свет пропадает. Его нету, он настолько если мало. Если ты сделаешь вогнутый как линзу, он будет фокусировать и усиливать. И какой-то, если я ничего не путаю, какой-то товарищ повторил тему, то есть поставил. И на какую длину он может так свет переносить? Честно, я этот фильм документальный смотрел лет, наверное, в 7. Я уже просто не помню. Но то, что вот эта вот фокусировка согнутым, ну, криво же. Ну, там криво, да. Криво. Вот люди это делают явно. Да. Вполне могли. Это звездное небо. Звездами. То есть, ну, не должно быть ровным? То есть, на первый взгляд, кажется, что это треугольниками заполнено. Это звездочки. Треугольниками? Нет. Я не видел никогда у них треугольников. Не треугольники, а трапеции там, может быть. Я их тоже не видел. Я звезд видел. Слушай, сразу. Как ты это самое, как ты думаешь, эти вот все надписи на стенах уже прочитали? Все, что открыто, все прочитано? Да. Абсолютно. Да. Не оставляй ничего без меня. Нет. Там не приходит человек после открытия, который берет и копирует весь текст. Он занимается только текстом. Публикует где-нибудь там потом. Наверное. Я конкретно вот таких метров. Ну, так вот еду, да? Ну, я сомневаюсь. А так? Это работает. Вот все как... прочитано, что не делать-то? Не, ну, наверное. Просто я думаю, что столько текстов есть не прочитаны. Вот эта штука впечатляющая. Размер. Хороший. Ну, все-таки в сад, по-моему, больше такие. Нет, это вот такой. Ну, сколько? Ну, здесь 2.5 метра вот так есть. Нет. Длину? Нет. Здесь 2 метра. Там 4 метра. Ну, большой. Большой, я не говорю. 2 на 4 на 50. Еще на 50? Ну, на 50. Сколько тонн? 10 тонн? 12. 12 тонн, это только крышка. Сколько тонн? А, это не она пустая будет. То есть она такая, полая. Не, тогда меньше будет. Было 7-6. Этот ящик больше, чем Серапиум даже. Да, просто Серапиум, он снизу плоский, а этот такой.
вынятый объем из него. Вниз? Да. А вниз там? Внизу. А, вешать крышки. Я первый раз, когда был, я думал, ух ты, какой низ там интересный. А там зеркало. Не, я сам сообразил. Ну, прошло некоторое время. Конечно, не дома. Света. Судя по всему, просто не дотащили. Устали, оставили здесь. Или... Или, не смогли вытащить. Или это здесь нашли? Нет, я думаю, что здесь тащили. Нашли. Как иначе? Кому-то охота затащить. Да, ну 4 метра вообще. То есть этот фаром был 4 метра? А лицо так. Серьезно. То есть крышка там, а саркофаг сам здесь. Да. Вопрос, зачем крышку туда притянули? Не дотянули. То есть она там была изначально, да? Они поняли, что они здесь не могут поднять так высоко, чтобы поставить. О, а это саркофаг они как раз археологи рисовали. Тикет хир. Ой, срок они тянули. Укон. Как его похоже, да, вышка в одну ночь. А все не маленькие. Кто-то хотел домой. Ну, такого нет. Всякое. Большого? А, такого разломанного? Такого большого. Не помню, чтобы там такой был. Это, пожалуй, самый большой. А эта крышка, это разве не для этого? Не, ну видишь, он типа не поменьше. Меньше вообще. Все, наверное, там поменьше. Здесь опять треугольники. Нет. Там. Не, ну это же не фигура. Можно. Природная, можно. Это хорошо развивает воображение. Да. Воображение развитое развитое. Ну да, сейчас там кое-что самозаебало. А на где-то 45. Гробница Мерим Таха. Что? Хочешь что-то показать? Да нет, он хочет самое заработать. Ну да. Как всегда. Ну там, как меня опустить туда наверх. Ну да. Встань на ступеньку и поснимай. И на самом деле хуже стало с тех пор, как билеты продают. Серьезно? Тогда, когда было, не было билета, тогда он тихаря пускал, там дал 20 тогда что-то пофоткал. Да, сейчас билеты. У тебя билетик есть? Есть. На куда, да, и я ему покажу. Они же не минные. А ты пока убери. Да, он меня знает, что я уберет. Он уже спрашивает.
Так и достал. Есть тикет с фотографией? Нет.